Реконструкция Мукомольного сквера приближается к завершающему этапу. Сотрудники Главного управления МЧС России по Ярославской области принимают активное участие в обновлении зеленой зоны. Для них это дело принципа. Ведь в прошлом году они оказались участниками скандала, спилив деревья по просьбе Ярославской епархии. Почему-то эта история приняла такой большой резонанс в плане того, что старые деревья были срублены, а здесь уже подготавливалось место для нового современного сквера, который сейчас вот в данный момент разбивается. В этом мероприятии задействованы сотрудники отряда Федеральной противопожарной службы и спасатели Центра обеспечения действий. Всего 13 человек. Основная идея проекта заключается в создании полноценного парка с насыщенной социальной средой для жителей Кировского района и города в целом. Уже идут работы, связанные с разбивкой газонов, с устройством тротуарной плитки. Монтаж идет светильников. И в ближайшее время мы уже подойдем к вопросу посадки зеленых насаждений, деревьев различных сортов и кустарника. Здесь и сосна есть, и лиственница, и черемуха маака, и кусты сирени обыкновенной, клен канадский, такой ассортимент. Ярославцы смогут увидеть и оценить преобразившийся сквер в Мукомольном переулке уже в октябре этого года. Александра Топкова, Денис Сахаров, Я Новости.